в нашем Хоринском районе состоится долгожданное событие. Мы открываем наш кинозал. Поэтому просим всех прийти к нам, посмотреть все новинки киноиндустрии. Будем очень-очень рады. Азам харталадымны, тусыхы турыл тамтадымны, Божа елігін әрзіда, күхін омин қадаға, Залығын бәзі амасылыға, Зән бәні амыр мінді. Отан ағады, одан зарғылды, Өмірінгі бойынды бұрқынтай ұқытны, Болды бәй. С уважением большим, с низким поклоном, Мы гостей встречаем круглым пышным караваем. Посмотрите, как живем, как красив, богат район. От души мы вам желаем счастья, радости во всем. Хундутын худут хори эм гэрхэд ходов зүрхэн дээр хайхан байдаг. Би тед соёлсэт хада соёлы байшны дөрж хардаг ба. Миний ханхад хор именно хори эмгта хамаг соёлы байшнууда хохошин шиха хо хайхнар ават яптык орхад дулахан байдаг орхад сүвэрхэн байдаг хоширдэгдэгтэй ухожена. Тэгээд мөнө харнав ди мөнө нэ кинозал нил ди тэгээд мөнө шу саша харнав ди нэ районы эмгэ сэрэ байшын юхэ хэрэгтэй бэжэ мөнө шэжэ ухивуды урлилэ хоргулы хархап ди нөгө жыл та долон миллион мөнгөн ремонтын захалдыхын авната тэгээд шо ихэ гоя номой санте болхад 10 миллион үктэнэ танда федерально мөнгөн хо тэгээд сашта үбдүнгүй муйымында орынгүй бүйе хэтэй удаан нахатэй удаан жаргалтэй хоридо байдаг олдуд ябыд тагэжэ танда хүсэнэм. Добрый день, дорогие друзья! Всегда приятно приехать в Хоринский район. Это район, который тихо, мирно, всегда свою работу делает. И я, как министр культуры, всегда захожу в дома культуры, в сельские дома культуры, и всегда отмечаю то, что у них там чистенько, уютненько, покрашено, ухожено. И несмотря на то, что клубы старые, они все равно очень теплые и уютные. Сегодня мы открыли кинозал, первый фильм смотрят зрители. Сегодня мы говорим о том, что в следующем году у вас будет новая
отремонтированная детская школа искусств на 7 миллионов, у вас будет модельная библиотека на сумму 10 миллионов федеральных денег. Ну и сегодня мы с руководством района посмотрели, что еще нужно сделать в районном доме культуры. Сегодня, в преддверии Нового года, дорогие жители Хоринского района, я вас поздравляю с наступающим годом быка. Желаю самого главного – крепкого здоровья и долгой счастливой жизни.